В микрорайоне Альбертин состоялись традиционные соревнования о формировании гражданской обороны, санитарных дружин и звеньев пожаротушения. 27 команд вышли на старт, причем звеньев пожаротушения, в которых выступали мужчины, было значительно больше, чем санитарных дружин, рассказывает начальник райотдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Стукачев. Сегодня у нас проходят соревнования между районными организациями, предприятиями гражданских формирований, гражданских оборон. На сегодняшний день здесь работники предприятий, организации показывают свой навык и умение ликвидации чрезвычайной ситуации, то есть непосредственно по ее ликвидации. Сегодня идет много споров, много, скажем, идет общения в том плане, что кто-то лучше, кто-то худше пробежал, кто-то немножко, скажем, мог улучшить свои результаты. Ну, это соревнования. Да, это действительно соревнования. И самое главное, когда есть спор, значит, это интересно. Так что лишним не будет. Еще раз говорю, на мирное время продемонстрируйте навыки, которые сегодня человек может применить при ликвидации чрезвычайной ситуации. Внимание! Марш! Время работы в очаге 15 минут. После проведения работ собираемся у площадки для дезинфекции и частичной санитарной обработки. Жалуются на общую слабость, усталость, легкое пошатывание и боли в области правой кисти. Ногтевые фаланги 2, 3, пальцевой правой кисти отсутствуют. Кровотечение незначительное, пораженные находятся на территории Загрязненные веществами. Я еще и без очков. Травматическая ампутация фаланг 2-3 пальцевой кисти. Лучевая болезнь. Значит, что мы делаем? Вывести пораженного. Стрекалываем к левой части. Потом очищаем лицо от рвотных масс. Потом обрабатываем затылок от крови, перебинтовываем кожу на ноге, накладываем стерильные повязки. Третьим тампоном, смоченным жидкостью из ИПП, мы обрабатываем, снимаем видимые частицы с одежды, сумки противогаза. Осматриваем себя сверху вниз, тампоны сбрасываем. Сближаемся попарно и осматриваем друг друга. Тампоны сбрасываем в указанное место.
И как знания людей? Надо сказать, что прошло 4 дружины. Знания очень хорошие. Очень хорошие знания. В программе санитарной дружины очень хорошие знания показали. Но вы же много лет на этом месте. С годами улучшается знание, ухудшается. И требования усиливаются? Требования усиливаются. Знания, надо сказать, улучшаются. Вот прошло 4 дружины. Надо сказать, что замечаний практически нет. Нет, давайте по порядочку. Значит, у него будет поражение тяжелое, ушиб головного мозга, рваная рана, резаная рана на поверхности шеи. В средней тяжести у него перелом, получается, в правом лучевом запястном суставе и ожоги спины и этой самой шеи. Как вас зовут? Юля. Какую команду представляете? Слонимский водоканал. Впервые участвуете? Да, первый раз. А кем вы работаете? Микробиологом. Первый раз в таких соревнованиях? Да, первый раз. Как впечатление? Ну, понравилось. Все сплоченные, дружные. Ну, вот то, что у вас теоретически спрашивали, если понадобится, сможете это все сделать на практике? Ну, конечно, теперь смогу. Раньше бы не смогла, а теперь при подготовке. Нужно уже это все. Дело. Я думаю, нужно. Наиболее зрелищный вид соревнований – комбинированная эстафета у огнеборцев. С минимальным перевесом победила команда управления «Слоним ГАЗ». Среди санитарных дружин первенствовала команда ГУБ ЖКХ. Победители подтвердили свой класс. Они выиграли и предыдущие соревнования. Призерами среди сандружин стали команды водоканала и комвольно-прядильной фабрики. Среди звеньев пожаротушения – команды мясокомбината и сельхозпредприятия имени Суворова. Командиром санитарных дружин по итогам соревнований признан Гостееву Марину Николаевну.